На протяжении всей истории Армения целенаправленно проводила политику геноцида, этнической чистки и депортации против азербайджанского народа. Захоронения в селе Фарух Ходжалинского района были обнаружены при проведении инженерных работ на позициях азербайджанской армии. Предполагается, что они принадлежат погибшим солдатам в годы Первой Карабахской войны. Армянская сторона уже не может это вскрыть, это военные преступления, о которых мы должны говорить везде, мы должны показывать, мы должны использовать все механизмы, включая юридические, дипломатические каналы. Нам необходимо серьезно расширить наши информационные и дипломатические возможности через общественную дипломатию, через диаспору, через аналитические центры. Мы должны продвигать культуру. То есть мы не должны позволить миру закрыть глаза на те преступления, которые были совершены армянской стороной. Армянское правительство грубо нарушает все нормы международного гуманитарного права. Помимо найденных в Ходжалинском районе человеческих останков, есть информация также о многочисленных массовых захоронениях в Ходжавянском, Кельбаджарском, Ахдамском, Физулинском районах и в окрестностях города Шуша. Каждая из них является ударом по международной репутации Армении. До сих пор неизвестно о 4000 пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны граждан страны. Мы ждем ответ от Международного уголовного суда, мы ждем ответ на этом вопросе Международного суда, от армянского правительства, от Совета Европы и других региональных организаций. К сожалению, факт насилия в отношении мирного граждан населения, это продолжается по сегодняшний день. Вопрос мин очень актуален. На основе до 100 граждан Азербайджана уже являются жертвами мин, которые размещены на освобожденных территориях Азербайджана. И большая часть карт, которые представлены со стороны армянского государства, правительства, не совпадают с реальной ситуацией на этих территориях. Также акты вандализма в отношении культурного наследия Азербайджана противоречат принципам международного права, являются показателем дискриминации и безразличия. Правительство Азербайджана ведет активную политику распространения правдивой информации о вопиющих случаях вандализма со стороны Армении.